Привет, друзья. Это исследователь. Произвел я здесь опыт с планшетом на андроиде. Четвертый Android 4.4.2. Шифрование включил. В настройках есть зашифровать диск. То есть он шифрует всю память, кроме карты памяти. Если у вас вставлена карта памяти, то ее, как я понял, он не шифрует. Каким алгоритмом шифрует, я не нашел, не знаю, потому что алгоритмов куча есть. Какой-то стандартный, фиг знает. Я просто решил проверить, как это работает. Вначале, вот вы видите, при загрузке он спрашивает пароль. И как бы, как я понимаю, все файлы не видны. Нужно это для безопасности, чтобы ваши файлы никто не посмотрел, потому что просто пароль он не защищает. Файлы валяются незащищенные на микросхемке памяти. Вот. Скорость работы стала, ну как мне показалось, медленнее. Действительно, где-то на процентов 25. Не сильно, конечно, она упала, но тут где-то от 25, ну, может быть, иногда до 50. Иногда, может быть, не сказывается даже. Трудно определить, но на самом деле, все-таки, мне кажется, падение есть скорости. Так что включайте, тестируйте. Его можно включить, а потом убрать. Ну, конечно, файлы нужно где-то еще копировать, как я понимаю, нужные. В одном месте не храните файлы. Сейчас я уберу это шифрование. Я пробовал на телефоне шифрование включать. Работает примерно так же. И на Windows приставке, это отдельный ролик я сделаю, расскажу. Там у меня почему-то скорость сильно упала. Может быть, сама приставка кривая. Потом поговорим. На этом рассказ закончен. До свидания. Подписывайтесь на канал. Шифруйте свои планшеты, телефоны. И мне кажется, скорость работы надо, производители должны проверять с включенным шифрованием. То есть это как бы должно быть вообще по умолчанию. Потому что это за бред, что кто-то может там что-то посмотреть. Даже если ты не бандит, а обычный человек, как раз вот обычному человеку все это и нужно. Чтобы всякие гниды из спецслужб не смотрели на наши святые лица. Подписывайтесь на канал, ставьте уведомления, и вы будете ультрапрогрессивным, просто самым лучшим. Пока.